2019 года еще только нам наступает на пятки. Мы уже все, как семена овощей, посеяли, некоторые даже попикировали и ждут посадки в грунт. Вот, ну а мне уже пришел каталог осень 2019 года. Вот такой красочный он пришел, с крокусами на снегу. Заявочка здесь была, вот такая заявка. И памяточка небольшая. Новым урожаем 2019 года мы будем делиться, вот, что нас удивило, что нас порадовало, какими производителями семян мы доверяем. Вот я сегодня предложу, покажу свою версию для меня популярного производителя, который вот прислал мне каталог, самый из первых. Вот вы можете со мной поспорить, согласиться или нет, это ваше право. Даже подсказать, какие вам нравятся фирмы. Я пользуюсь фирмами «Русский огород», «Элита», «Гавриш», «Сидек», «Биотехника», но не изменяю вот этой фирме «Сады России». Я этим производителем «Сады России» очень довольна. У меня в этом году чеснок, не знаю, как пойдет, взошел. Я выписывала два вида. Это у меня комсомолец и белый слон. Он здесь, по-моему, даже есть. Ну, потом посмотрим. Взошел, вы не представляете, один в один. Ни одного, чтобы было больше, меньше, нет. Все одинаково взошли. Я думаю, что урожай будет неплохой, если он так перезимовал. Я сейчас с вами поделюсь. Вот этим покажу этот каталог, чтобы вы видели, что здесь очень много новинок, и которые я себе выбрала, и буду, конечно, заказывать обязательно. Здесь очень много, вот начинается первая малина, очень много новинок. И мне, конечно, понравилась желтая малина, вот она, новиночки. Вот название я не буду перечислять все, кто захочет, он посмотрит, откроет сайты, там то же самое с картинками цветными, все есть на их сайте. Вот они, как видите, новиночки, новинки, новинки. Вот они, какие красивые малина. Вот он мой первый будет заказ малины. Это вот сейчас я вам покажу. Вот смотрите, я делаю пометочки у себя вот красным, что именно я это буду заказывать. Малина плетистая, беги аж бурлин. Ну, может, она очень плетистая, она невысокая, неприхотливая, что мне и нужно. Вот, вот, как видите, ближе поднесу, вот такая вот малина. Что я давно хотела, приобрести себе плетистую малину. Куст разрастается, плетистая такая, ягоды, естественно, малины это съедобные. Вот, ну, вкусовые качества, как обещают, хорошие. В начале лета она сплошным покровом идет. Идет розоватым белым цветочками. А начиная с июля уже ярко-оранжевые ягодки появляются. Дальше идет шелковица, дереза, ирга, ежевика, крыжовник разный. То же самое новинок. Очень много новинок, как видите. Идет жимолость садовая. Конечно же, я заложила здесь, как видите, в себя пометочка у меня, что я буду заказывать новинки. Я люблю новинки, я их буду заказывать. Вот, видите, нарисовано чудовище. Дословно красавица и чудовище нарисованное. Этим двум сортам нарочито дали такие названия. Дословно красавица и чудовище, чтобы они дополняли друг друга. Ну, конечно же, и мы будем, вот смотрите, какие новинки, такой цвет. Тут у нас такие темные есть, а вот я захотела новиночку вот такую вот приобрести. Вот, так что буду заказывать. Это из самых поздних сортов, что мне и нужно жимолость, потому что у меня ранее есть, а я хотела позднее. Вот она, пожалуйста, новиночка у нас и будет. Очень много вишни. Разновидности идет голубики разных сортов. У меня голубики уже много посажено, поэтому я пока не буду. Виноград, вот актинидии я себя, вот видите, вот пометочка у меня есть, то же самое новинку по описанию у нас такой нет, вот поэтому я себе и новиночку заказала. Вот она, астролистная из Саи.
Цены, конечно, дороговатые, но если хочется что-то приобрести, что-то новое, уже на цены не смотришь. Рябина, облепиха, смородина, всевозможные яркие такие краски, черешня, вот он, слива идет, груши, абрикосы, груши осенние, зимние, разные сорта. Также сама абрикосы, новинок очень-очень много. Видите, вот здесь вот прям написано новинка, новинка, новинка. Очень много новинок, которые я очень люблю. Также яблони разных сортов. Но мы яблони не выписываем, так как у нас уже есть яблони полно посажены, поэтому мы яблони пока не выписываем. Дальше идет вот чеснок. Чеснок я заказала, он зашел, как я сказала, очень даже хорошо зашел. И я себе еще вот пометила белый слон. Белая крупная луковица с 6-8 плотных зубков. Вот. Поэтому я закажу белый слон. Он стоит недорого, 25 рублей один комплект. В комплект входит 10 штук вот таких головок. Но я разведу, потому что мне присылали, и я развела, теперь у меня целая грядка чеснока. Следующий вот я закажу себе вот лук многоярусный. Давно я хотела его. Он супер ранний, даже среди своих братьев сортов многоярусного лука. Он самый выделяющий и самый ранний спелый. Перо мягкое, нежное, сочное. Поэтому вот такой вот буду лук заказывать. Ну и, конечно же, смотрите, какая красота. Вот он, гигантский лук. Вот она, девочка стоит. И лук. Лук выше ее ростом. Ну как вот новиночку такую не заказать? Такой вот у меня светлый есть. Вот он, у меня такой есть. И у меня тоже внук становится. И этот лук, по сравнению ему 9 лет, он тоже выглядит так вот высоко. А этот темный, смотрите, какая красота. Стоит 395 рублей одна штучка. Вот. Но стоит, я считаю, заказать себе, а потом уже и развести ее. Очень мне понравилось, я буду заказывать. Дальше идет разнообразие всевозможных цветов. Первый начинается мускари. Конечно же, мускари я закажу. Они мне очень нравятся. И я люблю смесь, наборы покупать. И люблю постельные такие тона. Вот смотрите, я сейчас покажу. Вот они, смотрите, какие красивые. И называется набор постельный или пастельный, может, постельный. Вот он, новиночка. 12 штук входит. Я думаю, считаю, что стоит. Здесь такие цвета красивые. Главное, в наборе то, что будет нужно. Дальше идем. Какая красота. Здесь идут тюльпаны. Просто остановиться невозможно. Смотрите, какие я буду наборы заказывать. Набор Анжелика. Их 12 штук входит в набор. Какая красота. Я люблю такие вот сорта бледно-розовые. Вот здесь же я буду еще заказывать вот такие. Сейчас покажу. Вот они, смотрите. Вот она. 4 штучки, 310 рублей. Ну, просто красота неописуемая. Вот. Здесь на этой стороне я тоже сама закладочку сделала. Новинки, набор Мариада, Мириада, вот оно. Здесь, конечно, их много, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28, я вот этот набор обязательно закажу. Бакалавидные, бахромчатые такие, очень мне понравились. Ну, как мой муж сказал, скоро буду выгонять. Ну, вот я посчитала, что где-то около 5000 у меня будет заказ, не меньше. Вот так пошли потом рябчики, всевозможные нарциссы, крокусы, бесподобные, флоксы. Вот такой каталог я получила новый. Вот, зайдите на... Да, вот я еще не поняла, сказала, розовый рай буду заказывать себе именно курильского чая, новинка. То же самое, розовый чай, красивый и сложный цветок. Очень красивый, шаровидный такой куст будет. Вот. Вот с таким вот каталогом я вас познакомила сегодня с новинками осень 2019 года.
здесь в конце, как устроить правильно прикоп, прикопать саженцы зимой до весны. Вот такой вот интересный каталог осень 2019-го. Спасибо, кто посмотрел до конца. Всех вам хороших урожаев. Всем пока-пока.